преддверии Дня медицинского работника 20 июня научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ посетил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Президента сопровождали ректор КФУ Ильшат Гафуров, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Потяшина, генеральный директор АО ТАИФ Руслан Шагабудинов. В ходе осмотра Рустаму Миниханову рассказали, что научно-клинический центр создали на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета с участием Корнеллского и Ноттингемского университетов. Президенту продемонстрировали работу поликлинического блока аналитического центра, провели по отделениям нейрореабилитации, хирургии, анестезиологии и реанимации. Рассказали о современном отечественном космическом тренажере, который создает ощущение невесомости. Он помогает больным при инсульте. Также Рустаму Миниханову показали дневной и круглосуточный стационар с палатой для маломобильных групп и современные лаборатории. Именно здесь внедряются результаты совместных исследований с ведущей клиникой Мэо в США по терапии опорно-двигательного аппарата пациентов. Центр состоит из научно-исследовательского и научно-клинического блоков. Операционный блок отделения хирургии сделан в формате интегрированной операционной с прямой кабельной трансляцией видео и возможностью организации дистанционной конференц-связи. Отделение реанимации оснащено оборудованием для полной заместительной и постсиндромной терапии. Мы сегодня с участием президента республики открыли преддверие профессионального праздника медицинских работников, открыли клиническую часть. Здесь имеется практически весь медицинский инструментарий, причем очень высокого экстра-класса. Но здесь же работают и наши врачи-ученые, биологи, специалисты в области IT-технологий. И удается здесь, вот на одном площадке, собрать уникальных специалистов, которые работают все на наших жителей, на наших пациентов, в нашей клинике. Я хочу сказать, что несколько лет назад на площадке университета был открыт научно-образовательный центр в области фармацевтики, а сейчас мы здесь, на этой площадке, имеем собственный центр клинических исследований. И все это в совокупности, в комплексе, я думаю, будет работать на благо нашей медицинской отрасли, а значит, и на благо наших жителей и граждан России прежде всего. Кроме того, в клиническом центре работает лаборатория по расшифровке гена потенциальных доноров костного мозга, созданная совместно с благотворительной организацией Русфонд. Осуществляются исследования в области онкогеномики, которые используются в лечении онкологии. Бактериологическая лаборатория и лаборатория полимеразной цепной реакции проводят тестирование и разработку вакцины от COVID-19 в рамках пандемии. В завершении осмотра состоялось общее фотографирование с медицинским персоналом центра. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил всех с профессиональным праздником, а также вручил цветы и подарки. Лилия Баталова, Фарид Захитуглы, Универньюз.